А Винсент-то у нас как этот фриц. Да, хоть вы все притащили. Саша, и мы сами не знаем, что мы притащили. Винишонок-то мой, винишонок-то стоит. Прям как этот, милиция. You like милиция? Милиция? Да. Arrested. Все, сейчас поедем. Нам еще главное убрать эти вещи все. Вон тетенька какая. За рулем. Stuff it in there. Vincent, we brought too much luggage. No, too much crap. Слишком много говна, говорит, привезли. Всю Америку, что ли, привезли? Ну да. Ну чего? По какой трассе-то хочешь ехать? Я через Ярославль поеду. Ну нет, ты хочешь в Москву попасть? Я по Челябинскому. Блин, Саша, ты смотрите, какой с бородой. Я не могу поверить, такой, как певец. Или кто там, я не знаю. Ты со мной поедешь или нет? Нет, я же в другую сторону. Ты направо поедешь? У тебя будет разворотка, Домодедово, аэропорт направо, а ты по эстакаде выходишь и на Москву, и все. Ладно. Упираешься в Москву, там на МКАДе и пошел. Я сейчас навигатор сюда приеду. Ну что, вы тогда помчитесь? Все. Давайте, все, удачи. Винсент. Костя. Костя. Снимай, на. Давай. Я прошу, не уезжайте, любимый. А что у нас он падал, что ли? Вот этот, по асфальту проехался. Это кожа американская. Спасибо. Спасибо, что приехали. Увидимся. Thank you so much. See you very soon. Yes. I let you down. Винго. Саша, ты что, похудел еще больше? Все, все, Костенька, давай. Все. Давай, мы Кирилла ждем. Едем. Алло. Так. Ну вот видишь, теперь и мы в твоей машине. Вини. Саша. Шоколад. Шоколад. Кушай. Мы давай. Только что ели. You just ate chocolate. Вини, давай тебя пристегну, Винсент. Окей. Он. Well, let me take off my coat. Ой, представляешь, Саша, мы в Рыбинске, в России, у тебя в машине. I want to take off my coat. Tell me I want to take off coat. Он хочет куртку снять. Куртку хочет снять. Мы как пилоток сколько там покупали, ты не представляешь. Сколько они стоят, а вы нам покупали. А они, кстати, такие дешевые в Туле, это в Москве все дорогое. Сколько они стоят, а? Винсент, давай. Кепка 700 рублей всего. Вяз всего. Не-не-не, давай. Hey, that looks good on you. Пилот, I love it. А в Москве такая 3000 стоит. Сколько? 3000. Вини. Окей, I'll get it. Окей. Baby, don't eat chocolate. Baby, stop. Кушай, кушай, Вини, на. Чего будет это? Будет шоколадка вкусная. Да я не хочу шоколад, только мы только что целую съели, на. All right. Саша, ты где был-то? Я был в Крыму. В Крыму. Вини коньяка привез. А чё ты, скажи мне... Всё, давай, Кость, давай. Давай, Костенька. Давай поговорим, вот, Винни, ты не понимаешь, что мы сейчас с тобой тарахтеть будем, а Винни, что не, давай, слушать. Говори, я буду переводить. Скажи, Винни, я в Корею скоро улетаю. He going to Korea soon. Who, you? Yeah, wow. Костя. Yeah. Ой, Костя. Excellent butt. Говорит, по задницам стучать кому-нибудь. Всем. Yeah. Так что ты съездил в Крым-то, расскажи. Так я на сборы съездил. Ну, а ты не на соревнования? Не-не-не. А. Я с тобой пойду смотреть, как ты детей тренируешь. Очень хорошо. Все, поехали. Ты хочешь сильно в Рыбинске? Очень. Винни не устал? Конечно. Винни, а you no, try? No. Он нет, знает слово нет. Устал уже. Нет? Нет. You want to go to Рыбинск? Yes. Очень course, хочет, конечно, очень, он ждал, очень когда с тобой везде поедет. Хорошо, Винни. Баня. Сауна. Он сауна, я понимаю. Сауна. Сауна. You go to sauna with Sasha? Да. You gonna eat a dry fish? Завтра пойдем нет. На friend happy birthday. Oh, we're going to birthday tomorrow. Birthday. To friend. Okay.
Шишка баб. Шишка баб. О, Саша, да. Мы шашлыки будем есть. See, nice. I like. А кому? Good. Good? Yeah. Yeah, говорит, а нравится борода мне твоя, Саша. У друга день рождения, и у нас всех позвал. А я-то знаю, кто? Нет, ты не знаешь. Нет. Супер. Винни, cool, hot. Good. That's good. Good? Yeah. Спроси у него, если я тебе переведу. Спроси у него про Россию, про все, что хочешь. Винни, где больше понравилось? В Москве, Тула? What do you like the best? More? Moscow or Tula? Well, Tula was awesome. Костя was there. Тула была вообще классная. Тула, Костя такой, говорит, классный. Я видал, ты на танке такой, весь твоя стихия. Yeah, he see you when you was on a tank. Yeah. Moscow. That was fun. Yeah, it was fun. In Moscow we had a lot of fun, right? Moscow, a lot of fun, yes. Oh, сейчас я... So we're gonna drive like maybe 4 hours. Да, Саша, 4 часа? Даша, я не знаю даже сейчас, сколько мы проедем. Главное, чтобы пробок не было. Да. Прямо 22 километра. Костя классный такой, он так нас принял вообще, обалдеть. Слушай, я уж не знаю, чем Винни сейчас буду почивать и кормить. А меня Винни расстраивается, говорит, а что же мы им покажем теперь, после того, что у них есть? Он говорит, боже, ведь... Vincent, how you say, I don't know what to even show them in America now, right? That's for sure. What do? How do I top this? Да. It's like very hard. Нет. They've seen everything in Mickey Mouse world. Винни нам уже все показал, что нам надо еще в Америке. Ну, вообще, вот, ты знаешь, он просто из Москвы-то и говорит вообще вот так... Винни сейчас болит спина-то? He asked you if you have a pain in your back. No, I'm okay. Мой друг его вылечит, скажи. He said he have friends who gonna treat you. He gonna give you a huge massage. Good, good. I could use that. Yeah. Oh, очень хорошо. Очень хорошо. Я уже договорился. Все так, что походишь на массаж со мной. Ну, вместе будем ездить. Ты даже можешь поснимать, Наташа, что. Хорошо. Как Винни будут мучить. А на него, смотри, look what he have. Taekwondo. Taekwondo. Yeah. Да, вообще, мы уже 11-го улетаем, уезжаем в этот, в Питер. А слушай, что-то вы мало в Рыбинске-то, я не знаю, что вы поехали хоть в Москву? А ну вы все равно на Москве не дорогу. Не, на что надо показать что-то. Ну мы еще приедем, у него 3 года виза, мы еще приедем. Видишь, может, надо было, конечно, в Питер не ехать, уже все, уже сейчас поздно. Винни в Питере красиво, но, блин, там пешком ходить. Ну ничего страшного. Кирилл, большой. Кирилл огромный. Он когда приезжает? У Кирилла теперь у нас кличка Баунсер. Баунсер. Баунсер это вышибала. Да, я уже тростинка посреди с ними. Да, уж ты у нас совсем худенький стал. Вы кушали, нет? Да, мы только что ели, на заправке оставлялись. Как алкогольные напитки употребляли? Да мы почти не пили. Мы, наверное, раза два только. Вот вчера буквально там, я не знаю, мы по коктейлю выпили. И один раз в Москве. Просто... Винни бир, наверное, выпивают, нет? Ты знаешь, просто мы столько ходили, смотрели, а алкоголь тут просто даже да, нет, не хочется мешать дело, ничего. Видишь, да. Это тяжело бы было. Нет, это даже абсолютно интересно даже. Винсент бы вообще ничего не делался. Как бальзамировал тебя, Винсент. Да, Винсент. А, what do you say? Саша said it seems like you sleep in the refrigerator. It's nothing. You don't get old. Don't get old. Everything getting old. Слушай, Ленина, да не дали? Не, потому что он закрыт, там все закрыто, фанерами прям забито, написано 9 мая на нем, там, знаешь, ничего, это там все закрыто на аппарат. На что нам Ленин-то? Мы так по Красной площади походили. И так туда еще посмотрели. Мы ездили на концерт Киркорова. Да я же знаю. Ну да, вот Макс нас отвез. Слушай, я-то тоже хорошо, что так подгадал. Меня она со сборов-то вообще не должна отпускать. Как не? А ты что, так просто уехал со сборов-то? А как я просто уехал? У меня еще сборы должны неделю быть так-то. Да, но тебя отпустили нормально. Нормально?
Да уже заканчивайся со своими сборами, уже отдыхать пора. На пенсию ты уже не пора. Ты все ездишь. Уже руку сломал, ногу сломал, только шею три не раза, сломал. Три раза, тебя переплюнул и ходит. Ну и все, хватит. Да, не хватит. Отдыхай. Ну как перелет? Винни, говорят, горел, да, встал. Нет, Винни... Перелет, да, он сам по себе был нормальный, только там места очень мало, там такие маленькие сиденья. It's a talk about plane, like how small that seats. Oh, маленький, чуть-чуть. Саша, ask how you like Костя's restaurant. А как? Очень-очень хорошо. Кушать как? Ну как готовят? Костя, very good man, good. Кук. Ресторан. Good? О, да, good, нас там кормили как сумасшедшие. Я так и видел в инстаграме. Ужас, ужас. Слюнь. Eat all day. We just eat. All day. Мы целый день мы ели. It was like this. Oh, couldn't eat no more. Смотри, уже есть, да. Ну, он нам вчера тур сделал по всему ресторану. Мы сняли этот весь ресторан. Все номера он нам показал. Очень интересно. Gonna miss Костя. Я буду скучать по Косте. А там у самой он вас познакомился со своей? Нет, видели никого. Не наше дело. Ни один нам не показал даму, ни тот, ни другой. Итак, мы едем в Рыбинск. Винсент. Саша asked you, what else you like in Moscow? I like the people. The people there were very good. Люди, он просто обалдел, какие там люди. Love that. Love the Kremlin. Kremlin is cool. Kremlin is Кремль so big. Понравился. Ну так-то правда, мы куда не ходили, где мы не сидели, везде нам ему объясняли по-английски, знаешь, везде что-то все ему помогали. Philip, see Philip. That was good. Ну, he knows that. Мы видели Киркорова, но ты это знаешь. All the people there were so nice. Метро-то ездили в московском? Да, я показывала ему метро. А, да. В Нью-Йоркском страшнее, согласен. Да в Нью-Йорке это вообще это для бомжей пристанище. Ты это хоть не скажи. Ну, что такое, на самом деле. Это на самом деле так. Он сам сказал это, что наше метро это как у бомжей. А тут мы хоть ходили как по музею в этих музеях. Скажи, Винни, сейчас мы будем въезжать в... Рыбинские дороги просто будут в шоке. Now you're gonna see a Rybinsk road. Sasha said that you're gonna be in shock. Crazy. No good. No good. You're gonna have massage on your butt. Я говорю, будешь массажировать задницу свою. Moscow very clean. Very clean. Москва очень чистая. Nice city. Beautiful. Красивая. Maybe when I retire, I'll get a condo there. Может, я когда пойду на пенсию, я куплю квартиру в Москве. Oh, yeah. So you're gonna live there like a Philip? Yeah, I go back and forth. Six months, back and forth. Вот видите, мы попали в пробку. Правда, уже рассосалась пробка вроде как. Да? Или нет? Ничего не рассосалось. Мы попали в блудняк. Блудняк. Прям везде-везде пробки. Съезд. Поверните налево. Мы еще, Саша, в Москве или где? Да, выехали. Выехали из Москвы. О, Лада, брейкдаун. Лада. Больше узнают Лада. Лада. А Кирилл, он катал на Ладе? Ну нет, так мы не смогли с Кириллом, не успели. Видите? А он сейчас приедет, что покатает. Да. Винсент-то переживает, говорит, доедет ли его машина-то, говорит, до Рыбинска. Он Костя говорит, is he gonna make it? Говорит, она очень маленькая, говорит, все. Наташа тоже не сильно большая. Ничего. Stay over.
Надо иметь маленький вертолетик. Я имею в виду на одер хороший хеликоптер. Слушай, ну вот тебе как? Вот, мы, вот так вот мы едем с ветерком. Слушайте, ну как у вас? Но вы по старому дому не скучаете? Да прям живым скучать-то по нему. А что? Нет. Я и то скучаю. А ты зачем скучаешь? Ты не будешь. Как в каком? В новом-то не было. Я в новом по старому скучаю. Наоборот, хорошо. В новом-то из ванны-то, ой, из своей комнаты выйдешь, никто тебя и не видит. Я там прям выходил сразу на кухню. Йо, и чё? Да, ну, там было неудобно, там места было мало. Well, today is Saturday, right? Maybe it's Saturday. Yeah, Saturday. Yeah. Сегодня суббота. He said, Sasha asked, if you miss the old house. Nah. No. Нет, говорит, не скучаем. I love the new house. Mm-hmm. Very nice. Much better. Mm-hmm. Not even comparison. Nope. Даже сравнить, даже не сравнивается. High class. Class? High class. Высший класс. Mm-hmm. So, Victor, how you feel? I'm fine. How you feel? How is the road for you? Good? Yeah, it's fine. No potholes. We're not going like this. We're good. Good, good. Didn't lose the car. Like a captain with Sasha, huh? Yeah. Looks like we're hitting some cloudy weather for once. Right. So you see a lot of American cars? Oh, there's American, Japanese all over. Yeah. Винсент вот такое чудо я никогда не видел. Говорит, сфотографируй, говорит, меня на фоне вот этой машины. Pickup truck. А? Pickup truck. Yeah, pickup truck. Russian pickup truck. Просто
девочки и мальчики, подъезжаем к Рыбинску. Сколько, Саша, осталось километров? 65. 65? 60 километров. Вот вы выехали из Ярославля и подъезжаем. Погода наладилась, потому что был дождь. Был очень жуткий дождь. И вообще жуткие были облака, тучи. А сейчас все. Солнце за нами пробежало. Мы его в Туле думали оставили, а оказывается нет. Оно просто немножко запоздало. Поэтому вот скоро-скоро Наташа нас ждет. Говорит, давайте быстрее. Уже звонила несколько раз. Поэтому мы быстрее-быстрее. Где ты появился на свет, тебе будет сниться березовый край. Где ты появился, где ты появился, где ты появился? Вот мы здесь, написано Рыбинск, и мы въезжаем в мои любимые края. Родные сердцу. You up in the sky, I'll carry you home, home to the mountain near. And soon, my friend, you'll see them again, the ones you left behind, the ones you left behind. And I'll sing for you. Приехали, девочки и мальчики. Я во дворе у Наташи. Наташа вон машет мне в окно. Я не знаю, видно вам или не видно. Сейчас мы из машины все выгружаем и идем уже отдыхать, потому что очень-очень долго мы ехали, попадали в пробки. Сейчас Наташа вам покажу. Я не знаю, видно ли вам ее. Вот там, видите, на 7-м этаже такая огромная какая-то коробка. Это вот кондиционер у нее там висит. И она там вот машет нам. Вот она как раз там. Так что вот, забираем. Да вы посмотрите, как нас хозяйка-то ждала. И пирог, и селедка под шубой, моя любимая. Сейчас будем сидеть. Винсент пошел в душ. Хочу вам показать такой уютный, классный столик. И холодильник с магнитами. Посмотрите, сколько у нее магнитов. Это тоже магниты там, где она была. Боже, Наташа, мы это магниты надо у тебя разглядывать здесь. А вот покажу вам из окна. Из окна настоящая Россия. Все. Винюша-то посмотрите у меня какой. Одели как куколку маленькую. Just like куколка. Feels good. После душа. Вот так что видите, какая красота дома-то. Красота. Так, сейчас я. У меня дома красиво. Nice, right? Yeah? It's nice candles she has. Yeah, very nice. Very nice. Very nice. Nice. TV. So you feel good in this? Yeah, very nice. No. I look like Father Santucci. No. Yeah. Vincent ест мясо, пюре, всякие салаты, соленья. Цукини фаршированные. Цукини фаршированные Наташа наделала. Пирог какой-то французский с творогом. Творогом напекла. Vincent, tasty. Слушай, я спросил Винни, он пил такой вот этот? Did you drink that before? No, never. It's good too. Real good. Понравилось ему. Это коньяк? Это виски. No, виски. А что за виски? Это такое? Наташа мне в Америке. Саша, tomorrow you take me to your dojo. Gojo. What mean gojo? Where he trains. А, он хочет посмотреть, как ты тренируешь детей. Окей. Yeah, let's see. А когда, в четверг, да, у тебя будет? Да, отдохнем и пойдем. Yeah, when you gonna rest first? После Дня Победы, День Победы. After May 9. Так, Т-34 и потом на тренировку.